Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. По всей России, кроме новых регионов, запустили систему «Паутина», сообщили в ГИБДД. Она позволяет быстро определять местоположение конкретного автомобиля и отслеживать маршрут его передвижения. В первую очередь это необходимо для розыска угнанных транспортных средств. Кроме того, электроника способна выявлять так называемые машины-двойники и определять скрытые номера. Если находящийся в розыске автомобиль пересекается границы региона, информация о нем передается на все ближайшие посты в соседних субъектах. Трасса 101. В России надо повышать оперативность оказания медицинской помощи людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. С таким заявлением выступила госавтоинспекция. По ее данным, в 2021 году почти треть граждан, получивших смертельные травмы в результате автоаварий, могли остаться в живых, если бы медики приехали в течение часа. К числу основных факторов, мешающих этому, относятся плохое состояние дорог, отсутствие телефонной связи на некоторых участках и погодные условия. Трасса 101. Три четверти российских автомобилистов меняются летнюю резину на зимнюю, когда начинаются ночные заморозки. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного изданием «За рулем». 10% автовладельцев ориентируются главным образом на появление первого снега. Еще 10% не дожидаются ни того, ни другого и просто переобуваются, даже если на улице еще достаточно тепло. Трасса 101. Россияне охладели к подержанным легковым авто китайского производства. Спрос на них в сентябре, по информации агентства «Автостат», в сравнении с августом этого года снизился почти на 40%. Самым популярным оказался кроссовер «Черри Тига». Второе место занял «Лифан Салана». Марка покинула нашу страну. На третьей строчке оказался «Грейт Волл Ховер». Также в первую пятерку попали «Лифан X60» и семейство «Джилиэм Грант». Трасса 101. У электромобилей обнаружилась еще одна проблема. Из-за сырости они могут загореться и, что еще более печально, взорваться. Такое происходит в последнее время в американском штате Флорида, на который недавно обрушились проливные дожди. Уже известно о нескольких десятках случаев, когда зеленая машина вспыхнула во время движения. Всему виной, говорят специалисты, окислившиеся контакты внутри аккумуляторных батарей. Очевидно, что батарейки надо лучше герметизировать. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».